клюет, не клюет. Ладно, мы пока отвлечемся на секундочку. Мы уже практически закончили сегодня рыбную ловлю. И можем похвастаться следующими рыбами, которые были выужены сейчас. Это гар. Это пойман гар. Поймали сомика небольшого и драма. Так что, по крайней мере, уха. Уха, как что-то поджарить можно. Драма — это американская рыба? Да. Сугубо. Сугубо американская. А вот этот гар — это очень зубастая сволочь. Гар, да. Точно совершенно американская рыба. У него какая чешуя, такой, видишь, как кольчуга. Он, видишь, какой. А он еще зубастый, сукин сын, да. У него острые есть, шипы есть. А еще и шипы есть? Угу. Но зубы у него прям конкретно как у щуки, даже как у, него... как у пираньи. Пакет прорвал уже, да? Пакет пробил. Ну, прокусила. Прокусила, да. У нас сегодня будет гар в собственном соку. Зинуля, как тебе рыбалка? Очень хорошо, понравилось. Я хоть сама прямо не ловила, но вкусно участвовала. Ну, лицензию мы купили теперь в магазин за эквипментом. Теперь можем ехать дальше рыбу ловить. Рыба здесь есть, однозначно. С вами был в эфире Макс Рындин. В прямом эфире.